И мы врываемся вновь в эфир. Опять-таки у нас киберспорт. В этот раз мы будем показывать турнир Masters of the Sword. Отличную карту под названием Гардер. Это турнир трио. Играют у нас команды Chicken Nuggets против Винксов. Винкс, да. Комментировать данный бой будет Дима Бесок и Антон Черт-Еретик. Ну а показывает все у нас Мякиш. Привет, Дима. Привет, Антон, привет, зрители. Рад я вас всех видеть там в чатике. Вы, надеюсь, нас слышать. Да, это будет у нас трио. Это очень интересный бой на карте вот этой вот Гардер. Ну, честно говоря, я ее не видел еще в трио, не комментировал. Мне будет интересно на это посмотреть. Ну, причем так прям действительно интересно. Трио все-таки. Тандемы, я помню, смотрел не раз соло на этой карте, а трио. Ну, интересно. А у нас уже, так понимаю, раунд начнется через 30 секунд. Мы представим ники, давай сразу. Пока тут вот есть 4 игрока от команды Винкс. Это Экшоли Легис, Авитис Мирглян 2 и Дексар. Слушай, а Дексар, нам такой известный ник из вчерашней трансляции, да? Да, совершенно верно. Ну а за Chicken Nuggets у нас играет Туха, Фер и Сальватор. По-моему, это, кстати, это все, кто у них в команде состоит. Возможно. А у нас начался раунд. И уже Нет, что? еще там Шайник есть, но его здесь нет на карте. Есть начало раунда. И погнали. Есть Экшел на одну. Кстати, уже слит атака. Аветис тут пытается с Фером пробраться, но Экшели хорошо контролит. Тух остается на одну. Хороший контроль от Дахара. Сливает он из своего тиммейта. Сальватор остается на одну. Хороший лис от Фер. И, в принципе, ребята тянут. Тянут. Когда играешь 3 лисы, неплохо можно законтролить все респы. Получается, сейчас доставочка. Ну, Аветис сейчас тут не Авитис Мергелян сливает. был бы под таким опасным углом, бы не мог попасть в сфер и Посмотри, вернуть отход. Фер двойную выдает у нас. Сливает и Экшели, и Дахара, в принципе, только на Есть пользу у это них им. дроп. Дроп из Нидашка, ДДшка, кто-то должен забирать сейчас. Экшоли хочет, но на него смотрят оппоненты. Авитис Мергелян отвлекает все внимание на себя. И Экшоли берет. Дашку целом взял, получил, конечно, рису по себе. Тихо не получает. Кстати, я склонен называть этого игрока Тихо почему-то, на русском прочитав его ник впервые. Но этот игрок не возит на флажочек, Сальватор подхватывает за ним, пытается ввести, но Экшель должен попадать, тем более Витязь Мергелян тоже тут есть, подстраховочка должна быть, на подъем не дайте просто выехать ему, и есть попадание от Экшеля, второго не будет, это доставочка должна быть от игрока с ником Тихо или Туха или, в общем, Тикса. Тихо говорю, короче, да. Итак, есть у нас ответный флажочек, 1-1. Слушай, а какой все-таки интересный корпус у нашего Витязь Мергеляна на карте. Он как будто бы, знаешь, из того 2009 упал наш 2019. Да, XT у него не пахнет, это все легаси, все, как говорится, по випу. Фер у нас на броне с нитрой, его затормозили все. Тихо у нас забирает флажок, будет уходить. У нас уже по Дахару на леса пошла, тихо, уже на одну остается. Фер будет доливать его. Аветис пытается законтролить. Нет, не будет контроля, это доставка 2-1. Парни хорошо терпят проигрыш пока что. Ну как проще, это только пристрелочка, первый раунд, они там пытаются друг друга флажки таскать, ну и, собственно, что получается, у нас 2-1 спустя там какие-то 2,5 минутки. Это вообще ничего не значит. Кстати, карта, ну вот прям очень тесная для трио сражения, хочу тебе сказать, потому что, ну вот ты за всем уследить реально не успеваешь, они так быстро тут ездят, очень так все насыщенно, честно, еще и вот эти вот, все-таки, как они называются, не, туннельчики, в которые они заезжают, там тоже все не следишь. Прям действительно, карта честно, для трио. Им тут весело приходится, конечно, играть. И сейчас на двойном дропе у нас Сальватор, в то время как его тиммейт Фир пытается по бровочке тащить флажочек. Флажочек там и остается. Причем оттуда будет его теперь сложно утащить, либо даже вернуть тоже сложно. Я так думаю, потому что фокус у команд будет неплохой. И технику они демонстрируют вполне себе неплохую. Нет таких глупых каких-то оплошностей. Ребята играют очень размеренно, ну при том, что еще и начало раунда, начало, вернее, боя, скажем так, только первый раунд. Экшоли взял дашку, тоже по бровочке идет, он намерен взять флажочек красный, Фир отличную рельсу выдает по нему. И сейчас что, Экшоли будет брать, а вернуть смогут ли ребята из синей команды? Должны, да, сейчас убивают на пару с Авитиром Мегеляном. Экшоли флаг и возвращают. Авитир Мегелян тем временем вывозит, и он имеет все шансы дальше оттащить, но тихо простреливает. Как там сложно было прострелить ему через эти
Туннельчики он-то смог сделать. Что ж, удивляет, ребята молодцы, я думаю, они подготовлены к этой карте неплохо. Что тут говорить? Но все-таки 1/4 там верхней сетки, если не ошибаюсь. Мы об этом Да, говорили. на 4-й верхней сетке у нас ребята из как раз-таки Винксов шли отлично. Правда, предыдущий раунд они выиграли по пенальти, кто не в курсе, да. Ну, а их противники дошли пока что через сухую из 1/8. У всех будет второй шанс, после проигрыша в этом раунде попадут они в нижнюю сетку, где будут дальше путешествовать. Тем временем Фир подхватывает флажок, он без брони, но тем не менее Экшели можно сливать. Ура, отличный результат, тихо, Экшели все-таки подставился. А Ветис еще целый, ну вот и от Фира Ревиса не пролетела. Дахар тут пытается законтролить, Фир отлично сливает от Ветиса. Дахар на одну сливает и будет возвращать, ой, промах. Допускают красный, еще и Дахар отлично разбирается. Сальватора сливает и в принципе тут контроль должен быть для Фира. Слушай, я тут прочитал интересное все-таки правило, что начиная с 1/4 у нас перед каждым боем там будет вычеркивание, и мы будем смотреть три карты. Мы с тобой немножечко перед боем немножечко об этом не подумали, наверное. Все-таки я прочитал правила. А у нас на карте временем 2-2. Я видел, Смирглян возит флажочки, его поддерживают тиммейты, они все есть, а вот их соперники на респах. Я видел, Смирглян имеет шанс увести, он только на одну рельсу, нельзя допустить сейчас ошибки, и он ставит флаг, снова у нас впереди Тим Винкс. Дексар снова подхватил флажочек, пытается вести, но на Фир он возит, Фир целый, и Фир даже не смотрит на него, он разворачиваться не хочет, и только сейчас он замечает, Дексар отлично вернулся от рельсы Сальватора, но не смог... От Фира уже вернуться, есть возврат, и теперь уже красные пытаются вывозить, и они имеют шансы эти, потому что Сальватор-то аптеку возьмет сейчас. Ой-ой, Дексарта с ТДшкой, отлично все. Под контролем флаг. Под надежным контролем. Да, Дахар отлично, по Дахару выходит отличный прострел от Сальватора, Витис на одну. Фир у нас будет или стрелять по Акшели, а это нужно делать, все-таки они пока что проигрывают, нельзя давать ему вариант, попадает по Фиру, Экшели на одну, Сальватор тоже на одну, вообще все красные у нас на одну получается. Тихо хоть и возьмет флаг, но пока что у нас Фир какие-то невероятные трюки выполняет, Дахар на две. Да, Дахар на 2, будет он пытаться выдернуть флажочек, но сложно будет, красных тут на базе очень много. Я не разберусь, я думаю, Дексар, он сейчас Фир по своему тиммейту тоже выдал. И Сальватор подходит флажочек, Дексар не спешит уезжать, он понимает, что это будет сложно уезжать на оппонентов. Тихо пытается разобраться он в одиночку и думаю, сможет это сделать, у него еще есть рельса. И попадает, молодец, раскачки. Вывозить, да, надо уже на Витис Мельган, он тебя ждет, аптечка нету, не труп подобрали, везем быстрее. Ставочки не будет. Тихо дают рельсу, ух ты, тихо слили, Дахар в принципе вернет, а Витис тоже должен это делать. Нет, успевает, тут какие-то нереальные перехваты, нужно Витиса слить успеть, нет, не успевает, 4-2, а ребята повели опять-таки вперед. Да, у нас тоже, кстати, в чате нам мапул на все эти 6 раундов скинули. Там такой интересный очень мапул. Позже о нем мы говорим, потому что у нас уже до конца нам достается совсем мало времени, 2,5 минуты, а на счете у нас 4-2, да, выигрывает трио. Тим Винкс, мне хочется сказать тандем, я еще от вчерашнего не отошел. А вчера у нас был очень интересный бумбокс, потом у нас была долина. Это все были тандемы, и был очень интересный, да, вечер вчера тоже. Но сейчас у нас три пытаются увезти Сальватора, Кшель его должен убивать, Тихо еще есть, но Тихо ничего не сделает. Он ДДшку его заберет даже? Нет, не забирает. Дексар претендует ее взять, ведь Смирглян во время респа и их где надо, ДДшку взял, получит сразу же на респ. Теперь Тихо пытается Дашку, сколько тебе сложно с другом, слушай, вот эти вот они... Другом сложно, да, согласись. Сальватор у нас будет брать, а Витис это не видел, другого контролит, пытается на нитре уходить. По Дахару рельса отлично прошла, а Витис сливает отличный рез от Дахара, а Витис на одну дает Фиру, успевает. Нет, не успел, кстати. Фир еще на одну, а Витис бы законтролить. Экшели будет таранить, Тихо берет на броне, в принципе, Тихо на одну. А Экшели бы добить, есть доставка 4. 4-3. Ребята могут еще камбэкнуться до хотя бы ничейного счета, ну и даже выиграть. И синие, в принципе, и красные могут
Тут еще минута 30, карта тесная, можно все что угодно успеть сделать. Очень динамично у нас проходит игра, за всем услить реально не успеваешь. Вот как-то в общих чертах видишь, что тот увозит флаг, и вот именно Сальватор сейчас на пару с Фиром получают сквозняк они и добивают их. Фир не сможет увести, конечно, это Ветис его разберет. Ну подожди-ка. Подожди-ка, говорит Фир, я еще на не такое способен и пытается вести. Все еще он может увести. Смотри, сейчас он должен доставку прыгать. Дексар видит это все. Не заряжает по нему эта доставка. 4-4 и минута до конца еще. То есть можно успеть еще много. Минута до конца, но есть как раз таки дроп на базе синих. Вот, а ведь, может быть, в этот раз законтролить. Нет, он поедет за Сальватором. Нужно его отбить, делать эту рельсу. Да, попадает, будет сливать. Опять-таки тихо должен предуверечь этот возврат. Дахар пытается оторваться. Экшли за контролем у нас респы. Будет возврат. И Дахар, кстати, сольют. Фир тем временем броню-то забрал на базе синих. Дает Аветис по Фиру. Тут на одну. Тихо контролит все. Тихо дает. Потихе выдается Экшли. Рельса Дахар на одну. Ну, тут есть тихо. Вообще, кстати, все на одну. В общем, Аветис должен контролить полностью. Фир в минусе сейчас, Экшли, что ты будешь делать? Ой, не попадает, он не попадает, тихо! Что происходит? Аветис говорит, ребята, вы вообще не стреляете стрелять, сквозняк им дает и все. И Дексар пытается вывести 7 секунд, он не успевает, катастрофически времени хватает ему. Это да, это вообще на тоненького ничья у нас, первый раунд заканчивается ничьей. Ничья, и, кстати, эта карта у нас, ну, грубо говоря, она зеркальная, там, может, где-то кустики, как обычно, отличаются, но в целом... Я надеюсь, мы видим что-то подобное в следующем раунде. Какое-то такое очень жаркое противостояние двух коллективов. На встречных курсах вся эта борьба. Действительно, классно играют ребята. И тот, и другой коллектив, они не зря добрались до этой стадии. Мне нравится. Будет жалко, кстати, если кто-то из них вылетит. И потом в нижней сетке там тоже пролетит. И, кстати, я думаю, что вот эти вот ребята Сальватор, тихо, они представляют, наверное, не русскую лока, они, наверное, немножечко имеют какие-нибудь англоязычные корни, потому что есть какое-то общение у них все-таки на английском там, да? Мы об этом поговорим позже. Может, наши зрители, кстати, знают, они очень много у нас знают там, порой, больше, чем мы с тобой. Дима, привет, привет, зрители, спасибо, запомнил, да, я там писал карту, что у нас Гардер сейчас. Если у кого-то есть какие-то интересующие вопросы, можете также написать, мы с Антоном обязательно на них ответим. А нам там подсказали даже, какая следующая карта будет. Какая следующая карта будет? Вероятно, станция. Станция в трио, мы смотрели такое противостояние. Было, кстати, интересно и жарко. Так что, возможно, мы еще раз увидим станцию сегодня, если наши зрители нас не обманули. А я на это надеюсь. У нас на карте даже чемпион присутствует, я так понимаю. Ты так понимаешь, но ты совершенно верно понимаешь. Ну не зря же человек может получить. Есть еще у нас Аветис, который тоже близок к чемпиону был в этом году. Да и Легис у нас является кем? Чемпионом. В общем, чемпиону хватает на этой карте. Чемпионская карта, слушай, чемпионские противостояния, что мы показываем? И Дахар у нас есть опять-таки. Ну, это контент для взрослых. Что у нас там? 148 зрителей. Минус? Ты имеешь в виду именно так? Да, да, именно так. 150 нас сейчас смотрит. Спасибо всем, ребята, что вы с нами. Ставьте нам лайки и получите промокодики прямо там в чатик мы скинем. Если вас будет больше 200 человек, то к розыгрышу добавим кристалликов. Это обязательно, конечно. Так что зовите всех друзей и знакомых. У нас будет опять очень долгий, жаркий стрим. Я надеюсь, потому что действительно противостояние жарко, и уже сейчас ребята самоуничтожаются. Мы начнем этот раунд, уже второй по счету. Напомню, в первом раунде на счет был 4-4. И мы начинаем этот второй раунд. Почему-то в третий уже забежал. Ну, поехали. Так, Сальватор уже с нейтрой, пытается заходить на чужую базу, пока там в тиммейты разбирались с другими ребятами. Сальватор может брать флажочек. С Ветисом разберутся ребята с респа. Прямо отлично избил сейчас Фира Ветису. Сальватор не вывезет, поскольку тут есть Дексар. Дакса, слово за тобой. Ой, Дакса ничего не успевает сделать. А Сальватор увозит. А Ветис сбивает, молодец какой. И доставляет первый разочек спустя 30 секунд. Даже меньше 30 секунд. Фир сразу конвейером подхватывает, тоже пытается вывозить. У Фира есть проблемы в лице Легиса и Даксара, они его убивают. 1-0. Ну так рьяно начали синие. Они прям задавили красных на своих респах. И сейчас Даксар пытается взять флаг, ему сбивают лесу. Там интересно очень. Даксар не увезет. Фир, да, добивает. Есть у нас Сальватор, который тоже сливается на Легиса. Легис на карте, кто не заметил, да, парень поливается на карте вместо Экшели.
В общем, Дахар у нас на респе, Овец тоже отправляет, тихо контролит дроп, и у нас есть аптечка. Аптечка на будущее, думаю, для увоза, не надо сейчас забирать. Овец будет ли попадать в тихо раньше, чем его? Да, он стреляет, тихо как-то не заметил, но зато Дахара слили на ДДшке, есть броня для Сальватора. Наверное, все-таки тихо будет забирать. Да, ведь бы законтролил ее. А, хорошо, рельса выдается, надо было тормознуть. Ну тихо, да, теперь с дашкой, но на две рельсы, конечно же, выдает он по Дексару, отлично, пытается проехать дальше, но здесь уже на одну рельсу вы должны ведь добирать, да. Аптека выпадает уже не для него. Леги с флажочком умирает сразу же, Фира тоже добивает Аветис. Сейчас Аветис может брать флажок, куда повезет, по бровке можно быть прямо? Нет. Куда, куда? Конечно, на Легис надо возить, но там уже есть респа от Фира и тихо. Аветис убивают, это уже домой. Итак, что у нас, Дексар возьмет? Да, нет, он пропускает ее для Легиса. Легис может ее взять целым. Не успевает он. Ну как сложно взять дроп целым на этой карте? Это вообще невероятно. Его не просто там отконтролить, так его надо еще взять. Только вот Нитри, смотрю, ребята хорошо юзают, потому что она действительно очень помогает сейчас Васпикам. Они тут прям летают, грубо говоря. Да не грубо говоря, слушай, они тут летают реально, когда особенно с подъема прыгает на флаг, берет его и пролетает мимо. Сальватор-то взял флажочек, увозит, Дексар также вывозит, но... Что это у нас, разменчик сейчас получится? Если Сальватор, да, скидывает потихо, Дексар тоже подвозит на свою базу, там скидывать не под кого. Он в опасности, его тихо пробивает, и должен быть возврат, доставка, 2-0. Есть у нас. Сразу подхват от Фира, но этого возом уже не будет, потому что Дексар есть, Дексар попадет, он должен сыграть наверняка, конечно, Дексар это и делает, но флаг далековато, сейчас убьют Дексара, Флаг далековато, да. но Сальватор может успеть взять, и отлично, ведь на одну, но тут тихо кидает ему ДДшную рельсу. Фир блокирует Легиса, и в принципе доставка планируемая 3-0. Парни просто, знаешь, такие, ну, давайте расслабимся и поиграем по кайфу, говорят. Тихо, получается, сейчас может и Дахара слить? Нет, не сливать. Можно было, кстати, с ДДшкой ехать, зря он подавить ее оставляет, дает ему одну. И сливать Сальватор, вот это контроль, ребята предоставляют нам посмотреть, это, конечно, эпично и вообще классно, Это так это круто, видеть на круто базе, очень. да. Синие классно сейчас отыграли, конечно, на чужом флажочке. Они там разобрались с целями прям наверняка идеально. И это как следствие. Вот 4-0 у нас на карте. Очень сильно начинают у нас этот раунд синие ребята. Синие ребята. Какой Дексара в минус минус. выполняет, да. Сальватор это делает, выполняет классный бросок через, я бы сказал, через голову бросок. Есть у Через нас бедро это прям. бедро, через бедро, да. Да. Прогиб, нагиб. Да. Дахара у Почему вот нас так его прощу? разобран, Сальватора у нас получается на две. По нему промахнулся Аветис, Аветис на одну, и в принципе здесь все логично. Какие-то Ну вертушки пытался Сальватор что-то делать, или мне показалось? как сейчас, да, реально Сальватор пытался там придумать что-то очень Да, интересное. что-то Но это странное было ребята предоставляют, но в их отчаянии такое, все-таки знаешь. ливает, ливает. Афир-то подхватил и пытается далее увозить, по нему Дексар не попадает, Эфир доставит, смотри, сейчас прям перед Они вообще Легисом. какая-то ужасная игра. Я не знаю, куда парни смотрят. Вообще винцы, вы куда смотрите? Вас флаг перед носом делают. 5-0. Ну, до конца раунда еще много времени, это все можно поправить, если грамотно распорядиться дропом и хоть Если как-то его грамотно подумай, использовать. да, куда ты поедешь в следующую минуту. Даже ДДшку не забрал, зачем тормозить Аветис собирался, неизвестно. ДДшку под Легис, конечно, оставит. Тихо на одну, сливают его. Легис получается на ДД, но Сальватор может даст ему рельсу? Нет, не дает. У нас есть Легис хороший контроль, доставит. доставка, да. 5-1 должно быть сейчас на карте, и сразу подхват за Аветисом должен быть. Легис там, да, еще пришлось ему вернуть свой флаг. И теперь Аветис вывозит, но сможет ли? Нет, тут есть респа уже, ему не увести. Ему не увести. Легис все еще на ДД. Есть еще одна ДД, которую Дексар может увидеть и возьмет. Да, Дексар ее видит. Дексар выезжает на нее, но получит от тихо сейчас, да? Да, получает. Причем тихо так красиво там отыгрывает от той стеночки. Да ребята в целом отыгрывают хорошо от любого вот прикрытия, которое только можно. Итак, что? Сальватор получает от Аветиса, Аветис заходит на флаг, но ничего не может придумать. Тихо на Дексара, теперь на красный флажочек. Обоюдно по рельсе, и Легис должен заканчивать в этом споре вопрос. Фу, опять Фир по Легису попадает, а тот по нему нет. Ну как они отыгрывают этих стенок на базах? И тихо все-таки подбирает красный флажочек, пытается вывозить, Дексар по нему выдаст. Отлично, тихо сейчас отыгрывает, смотри, как он заезжает. Ай-яй-яй. Так, Фир у нас на двойном дропе пытается выехать теперь из вот этого вот
там непонятного подъемчика и едет он все-таки на своих тиммейтов, есть подкрепа, они тоже на нитрах все ребята, прям синие команды, ускоренные. И что это будет доставка? Да, есть 6-1. Что у нас тут за переписка пошла? Ладно. Так, смотрим, сейчас Алиатор увозит на нитре, прям по центру, но его вернут, конечно же. 6-1. 5 флагов надо затащить красному коллективу. Это будет очень трудно сделать, но ребята все-таки на опыте, они могут, я уверен в них. Да, уверен. Но пока они не оправдывают мою уверенность. 3-20. Тихо подхватить сейчас красный флажочек. Не получил он еще ни одной рельсы. Может вести. А куда? На Дексара прям. Дексар вообще даже не смотрит на то, что я флаг уезжает. А почему? А потому что он, наверное, целен сейчас увести чужой, а не вернуть свой. И сейчас тихо прям к нему подъезжает вплотную. Бах, рельсу тебе раз. Да-да-да. Там добивает. Делает возврат. Доставка. Доставка. И Аветис, конечно, ничего не сделает. Дают хотя, конечно, одну рельсу. Легису заряжает просто в дупло. Тихо. И у нас есть, опять-таки, все на одну, Дахар на одну. В принципе, от Фира мы ничего оригинального не ждем. Но если прострел получится, а он получается, Легис на одну. В принципе, Фир это в центре сделает. Хотя Легис, смотря где залезется, точнее, Аветис. Аветис снизу дает ему рельсу. Ой-ой-ой, божественно, как делают ребята. Легис на одну, дает рельса по Сальватору. Сальватору даже ДД не забрал. И парни просто ливают. Карты, мне кажется, пора ливать. Нет, противно будет сегодня ливнуть с карты, но 8-1, да, это счет очень огромный, очень разгромный. Мы с тобой вчера смотрели, по-моему, 10-2 было у нас максимально на первой карте бумбокса. Но бумбокс был все-таки тандемный, он был еще теснее, даже не знаю. Наверное, все-таки эта карта разгромнее у нас будет сейчас, 2 минуты до конца, и синие могут еще тут столько грязи натворить. Ну, красным сейчас главное морально не упасть. Проигранный раунд это не проигранный еще бой. Тем более, что далее мы сменим карту, и там они смогут уже по-своему заиграть. Вычеркивание. Смотря, конечно, кто тут как играет. Мы не можем судить о том, для кого какая карта тут предпочтительнее была. Но в целом, в первом раунде довольно-таки неплохо смотрелись винксы. Что сейчас случилось, ну даже не знаю. Ну нет тут сильной стороны. Нельзя тут выделить сильную сторону, поэтому это чисто какой-то вот. Да, 10-10. Не пошло, как говорится. Не пошло, не поехало. Масло не то было. Не залито в бачок. У нас Фир у нас получается на нитре. Просто Дахар стоит, отдыхает, и ничего нового. Ничего нового. Как шай. Итак, да, 11-1 у нас уже счет, огромнейший просто разрыв уже между командами. Что у нас все-таки красные ушли с карты? Ну, они как бы есть, но для галочки, так скажем, 50 секунд до конца раунда. Ну, тут, конечно, да, мы можем уже, я думаю, целиком полностью в этом раунде отдавать победу, как там, Chicken Nuggets их называется, трио. Именно этим ребятам у нас будет 1-0 по раундам. И дальше мы уже будем менять карту, исходя из правил. Вот с 1-4 как раз уже у нас такой вот формат боев происходит, что надо сыграть на трех картах по 2 раунда. Как мы вчера смотрели финал тандема, так вот сегодня с трио. Да, Сальватор у нас едет, отлично едет. Легис его даже не тормозит. 14-1. Какой божественный счет. Это гром и молния у нас пронеслась. А ведь у нас на одну, Легис тоже на одну, и в общем это уже никому не интересно, потому что все ждут следующую карту, где будет решаться судьба этих ребят. Итак, да, все-таки заканчивается у нас раунд, 14-1 в счет по итогу, разгромнейший просто, ну... Я не знаю, что случилось с красным коллективом, что такое, ребята, Team Vinx'ы? Давайте, соберитесь, покажите нам, что вы еще... Вы еще нам покажете свою игру в лучших традициях, как вы умеете. Мы, кстати, уже как-то показывали этих ребят в трансляциях, и были интересны их бои. То есть, вполне себе перспективный такой коллективчик трио. Ну, там квартет, наверное, скорее, потому что есть еще четвертый игрок на замене, и который может заменить. А кто у них, кстати, четвертый? Айлегис, Дексар, Экшоли, Витис, Мерлен. То есть Экшоли у нас еще есть там на замене. А у Chicken Nuggets это Сальватор, Фиа, Тихо и Шиннинг. Вот Шиннинг может еще выйти на карту, ну если он вообще как бы есть в
танках сейчас. New map пишет у нас Легис. Да, new map нам предстоит. Какая new map, мы не знаем. Ну, точнее догадываемся, но пока не уверены. Итак, что там у нас в чате? У нас в чате там что-то про волосы начались, про стрижки в разговоры, что-то не туда, ребята. Забрели, у нас очень интересный бой. Ребята, все-таки за кого болеем? Chicken Nuggets или Винкс? Я пишу этот вопрос в чат, отвечайте. Кто-то. Может, видим, сколько болельщиков. Все-таки нас смотрит очень много людей. Да, написал, ребята, пишите. Шайнинг, вот, не режьте уши. Хорошо, Шайнинг, как бы, я не спорю с этим, Шайнинг. На что он намекал, когда создал Соник? Хорошо. Ну, его на карте у нас даже не было. Наггетсы пишут Клоу. Вот там. Раз, два, я вижу уже три за Наггетсов. Слушай. Что у нас здесь за болельщики Наггетсов? Нет, если Наггетсы выиграли в первом раунде, это не значит, что за них надо болеть. Ну, в первом, скажем, на первой карте. Наггетсы, слушай, все за Наггетсов болеют. Мегакрит требует камбэк от Винксов. Я тоже от них, безусловно, требую камбэк. Мы хотим красивый и зрелищный киберспорт после трех карт, точнее, еще и пенальти там, конечно. Чикен пикен, да, много у нас все-таки болельщиков за Наггетсов. Почему, я даже не знаю. А ну, почему бы нет? Ты что, против? Против того, что они пытаются выиграть команду, где находятся чемпионы. Я вот, кстати, у нас на страничке матча есть голосование, и я в нем проголосовал. Сейчас я вижу, какая статистика у нас. 56 за Винкс, за Наггетсов 44. С 50 на 40 это вообще, если по прям голосам брать. Немало зрителей все-таки проголосовало еще и там. Это тоже интересная статистика. За Винкс все-таки больше. Хорошо, мы это заметим себе. Посмотрим по игре, ребята пишут, где красивую игру. Камбэка не будет. Ну что ж, ну почему вы так не верите? Да, 7-18 спеки, пожалуйста. Оп-оп-оп, переходим. Станция, да, все-таки станция. Мы забегаем на карту. Что, станция, это интересно. Станцию мы смотрели, станция... Лайк, конечно. Да, кстати, ставьте лайки нам, 150 поставите. 150 лайков поставите, и мы вам скинем промокодики прямо в чатик. Там нам оператор уже это еще написал, наш главный. За просмотры тоже, конечно, добавим к розыгрышу, так что... Лайкайте, зовите друзей. Ну, тут что-то вот ребята пока не могут разобраться с правилами. Ну да ладно, думаю, мы в скором времени решим все вопросы и начнем наш третий раунд. Ну что, у нас получается, если вот на этой карте выиграют дважды, допустим, Наггетсы, то это все как бы провал для Винксов. Они упадут в нижнюю сетку, те пройдут дальше. Но если хотя бы на одной карте Легис и Коус могут сделать ничью, то это уже будет раунд на третьей карте. Какая у нас, ну, там перекресток, по-моему, я читал. Перекресток, кстати, мы тоже комментировали, очень динамично смотрится, там, правда, такие респа очень веселые. А у нас есть рестарт, мы будем начинать сейчас уже третий раунд. Антон с нами? Конечно, с вами. И карта у нас прекрасная. На ней не знаю, смогут ли ребята уместиться, она все-таки не такая большая для троих, но, наверное, смогут все-таки. Обычно мы здесь смотрим 1-1, ну, максимум 2-2, но 3-3 на станции, это, конечно, что-то с чем-то. Что-то с чем-то, да, тут тоже действительно карта не столь тесная, но все равно из-за вот этих вот множества препятствий, вот этих подъемов самой станции, скажем так, ну, иногда бывает сложно следить за ребятами, но все-таки дроп здесь уже немножко по-другому, скажем так, выпадает, тут он не так открыт, его можно взять все-таки и целым, и пользоваться им далее, то есть здесь с этим будет попроще. Именно вот коллективы Винкс, потому что мы видели во втором раунде, они совсем не могли взять дроп даже целыми. Если брали целыми, то их сразу же разбирали. Дроп открыто лежит на гардере, и брать его там, конечно, сложно. И просто Наггетсы не позволяли им использовать дроп в полной его мере. А здесь же, я думаю, этим можно уже пользоваться. Тем более здесь дропа побольше, там была одна ДА у одних, одна ДА у других, и по ДДшке, то есть все. А здесь мы видим ДД, ДД, ДА. Пару нитр, аптека есть. Слушай, наверное,
Так же само по дропу. Ой-ой-ой, я даже немножко промазал. Думал, здесь больше, а вот здесь меньше. Ты не маш, не маш. Сейчас будет начало, и боже. Мы тут уже посмотрим. Кстати, кто будет играть в этом раунде, мы сейчас убедимся. Легис, либо экшн, например. Ну, 3 ДД на карте мы видим, да, и одна ДА по центру. Не 3, раз, 2. На той же штуке 3, по-моему, есть. Хорошо, мы начинаем уже раунд этот. По составам, что у нас? Экшули на карту выходит вместо Аветиса, я так понимаю, в составе. Вместо Аветиса, да. Вместо Аветиса. Легис на ДДшке сливает уже одного. Тихо на одну. Дахару доливает. Экшель, в принципе, в полудеф, так понимаю, Легис не сливает. Фир еще на одну. Нужно обманку делать. Нужно обманку делать. И Легис уже вывозит отличные лица по Сальватору. В принципе, сейчас синий коллектив имеет шансы доставить. Еще и на их базе падает ДД. Респ, если будет тиммейта близко. А Дакса респается хорошо. ДДшку возьмет. И эта доставка 1-0. Вперед у нас выходит коллектив Team Wings. 1-0. Ну, и, кстати, быстро очень. 40 секунд буквально потребовалось, даже чуть-чуть меньше. Дексар по бровочке на станции пытается заехать. Легис с центра потихо не попадает. И с таким широким флангом, конечно, синие пытаются зайти. А красные почему-то позиционалочку такую выбрали. Они изначально раунда не атакуют, а вот так вот за стеночками отыгрывают. Далеко от своей базы не уезжают. Что такое? Вы не готовы к этой карте? Да не может быть, ребят. Дашечка выпадает между труп. Сальватор ее не возьмет целым, это уже явно видно. Но он выезжает, смотри, на Легиса выдать рельсу. И тихо выезжает на эту Дакшель, не дает он взять ее целым. Все правильно делает. Легис помогает своему тиммейту, тем самым Экшель остается на одну лишь. Но он с ДДшкой мог бы сейчас по Сальватору выдать. Дексар спешит на ДДшку. Как хорошо все синие отыгрывают. Слушай, вообще. Ребята молодцы, не упали духом, продолжают активно играть. И Дексар берет флаг. Да, Дахар берет. Его на одну рели Сальватор. Фир будет доливать. Отлично. Легис тут на одну. Нейтрали уйдет. Аптечка не уходит для него, конечно. Экшель пытается задефить. Кстати, Фир надо на нейтре. Будет врываться на базу. Легиса барельнуть. Кстати, по вопросу по ним Дахар остается на одну. Легиса бослить. Сальватор будет брать. И это, мне кажется, первый подхват красных синего флажочка. Они пытаются теперь вывозить. Они все битые, что очень жаль. Тихо, только цел. Но он совсем в другом конце карты. Фир, вези. И тебя Сальватор поддержит. Они должны сейчас это сделать. Но уже есть респ. Экшули, аптекой пользуется Фир. Все правильно. И Фир может сейчас доставить. Дексар респается далековато. Экшули не прострелит по тебе. И Фир ставит 1-1. Есть у нас ответный флажочек от красного коллектива. Причем они один раз взяли, один раз довезли. Но, в принципе, так же самое сделали и синий. Хорошо. Играем дальше. Тихо, с ДДшкой. Который возит флаг, и ДД падает на синей базе. Фир сможет ли подобрать ДД? Не сможет. Они респа убивают Дексара на пару с Сальватором. Вывозит Сальватор. По Легису не попадает. И он имеет шанс доставить этот второй флаг. 2-1 сейчас будет. А тихо там контролит, даст респа всех. Его сейчас убивают. И Фир подхватывает. Фир подхватывает. Получит он Не получает. Молодец. Красиво вернулся. Все правильно сделал. Текшель теперь, конечно, есть у нас респа. Да, тихо Легису. Уже на респе. Легису бы законтролить. Пытаются по Дахару еще выдавать. Сальватор контролит. Фир на одну. В принципе, тихо может что-то сделать. Отлично. Дахар контролит. Экшель, возможно, вернет. Возможно, нет. Потому что Дахар законтролит. Конечно, да. Возврат должен быть здесь быть. Хотя Экшель на одну остается. Есть контроль. Дахар летает, возвращает флажок, дает рельсу потихе, и Легис, кстати, на две рельсы все-таки будет, потому что успела по нему пройти одна рельса. Сальватор сейчас убил его тиммейта, скажем так, который был на одну, Легис еще едет на флаг, угрожает. Ну, тихо респается очень вовремя, выдает по Легису, Фир кружит Дексара, попадет ли он по нему? Да, попадает, и Фир может подхватывать флажочек, если Легиса они разберут на пару с Сальватором. Легис чуть-чуть неправильно сейчас поступает, как по мне, выезжает. Сальватор пропускает, прощает ему эту ошибку. Сальватор теперь уже на подхвате, пытается вывозить. Дексар промазал, и Сальватор вывозит. Сзади тебя Легис, ты его видишь? Вижу, говорит, и Легис падает в полный минус. Сальватор будет ставить, это будет 3-1. Отлично, скамбэкнулись наггетсы, и что там, аптека на центре. Дексару надо ее не дать. Фир забирает, хорошо. Экшель возьмет ДД, он на одну, правда? Очень печально, но Фир уже видит, он за ним охотится. Смотри, сейчас рельса прям отлично все делают. Красные. И будет возврат. Ну, они так, честно говоря, стабилизировались. Они вот это начало проиграли, конечно. Немножко там позиционалочки было, но позже, смотри, как разыгрались. Уже полраунда спустя они в целом доминируют по карте. Они с дропом разобрались, как его забирать. И Фир, смотри, сейчас подхватывает чужую ДД. Он может себе это позволить.
Они на чужом флаге просто мясо творят, просто не дают жить синим. Они сейчас с их базы пытаются простреливать, и ничего у них не получается. Фир на экшеле, да, везет, он его не видит, почему, я не знаю, там какой-то инфинер не прошло. Да, ты посмотри, у нас экшели пытаются что-то делать с флажком. Тут есть Дахар, который вернет свой флаг. Есть у нас возврат, и вот единственное, Фир сможет ли как раз таки вернуть флаг. Есть рельса, но от экшели быстрее. Соответственно, Тихо пытается увести подальше, это правильно с его стороны. ДДшка падает на базе красных. Экшели на одну, в принципе, Фир должен... Ну, Тихо проблемы. Ему дают по-другому. Тихо-то проблема, но он уже ушел. Посмотри, где он находится и что ему предстоит сделать. Вот как раз промахнулся Легис, это будет возврат. И Сальватор тащит, а Сальватор должен довести. Это в любом случае доставка. Да, 4-1. 4-1 у нас есть. У синих там было несколько таких подряд ошибок, ну, как по мне, грубоватых. Вот за что они, собственно, поплатились. 4-1 насчет, ну, становится таким разгромным. И на этой карте все-таки сложнее, чем на Гадре сделать камбэк. Тут три флага. Мне кажется, как раз сейчас времени для этого хватает, чтобы при такой игре что-то придумать. Пора синим уже браться за голову, потому что дальше будет поздно. Ну, хотя вот тут еще вопрос такой к нашим зрителям, какую сторону здесь можно считать сильной? Я не знаю, даже не склонялся какой-то. Ох, получается у нас прострел от Фира, дает подвоима экшли на одну уже. Слит у нас и Дахар, Легис, ох, от хорошего рельса прошла. Экшли сбивает Фиру и экшли тянет, хотя Эссерватор смог за один процесс слить одного, Дахар на одну, но тут уже прострел никак. Главное Легис дать одну. Вот Легису дают, отлично, слиты. Слит получается. Вот сейчас только дают, а Тихо убивает все-таки Легиса ДДшного. Экшери теперь ДДшку тоже должен взять. Да, берет, сразу убивают его. Красные в атаке пытаются что-то придумать. По Легису не смогут выдать. Они... Выдает Тихо, какую рельсу избивает он Легису. Сальватор этим пользуется, пытается вывозить Экшери или выдает рельсу. Тихо. Нарезк. Дексар вернет этот флажочек. Все-таки смогли разобраться с синим. С респами там чисто повезло, очень хорошо. И Дексар сейчас в атаке. И с Легисом на пару они могут вывозить. Тихо ничего не может сделать. По нему Дексар выстреливает. Возврат есть. Синий на красной базе. Придумают ли что-то. Дексар уже остается один. Конечно, шансов у него, откровенно говоря, маловато. ДД есть. Поэтому Тихо играет наверняка. Должен убить он был Дексара сейчас. ДДшку. Кто возьмет ДДшку? Тихо забирает. Да, тихо, Легис тихо прострелил Фира, да, к сожалению, тут так и есть. Легис на 2, и, в принципе, здесь есть шанс на увоз. Экшелис может ли что-то помочь своему противнику? Тут Легис поднимает на корпус, промахивается по Легису, Легис остается на 1. Сквозняк сейчас отличный прошел по Легису, попадает рельса. Тихо, и будет возврат сейчас от Фира. Фир, ну как так мимо. Он ждет, выжидает. Сейвит, хорошо, флаг. Дахар на одну, за контроль Дахара нет. Делают это Легису одну, контроль, в принципе, по одному. Возможно, это правильная ситуация. Хорошо, Сальватор разворачивается, дает по Легису. Фир доливает. В общем, командная игра у нас приветствуется на карте. Тихо будет возвращать, и Фир медленно тянет. Тут главное не подставить. Дексара надо увидеть, он сзади тебя. Сейчас надо быстро спрятаться за стенку. Успевает, но там есть Рисайкшель, который добивает. Сальватор должен довершить начинание своего тиммейта. Да, есть у нас 5-2 счет на карте. 2 минуты до конца, но совсем мало времени. 3 флага ввести синим надо, но это сложно сейчас будет. Но они вот сейчас первый пытаются... Фир, вести. Фир, посмотри, на ДДшке должен быть. Нет, не успевает. Тихо возьмет ДДшку. Тихо, да. Есть рельса по Легису, залетает, и вот тут Тихо. Есть дает Сальватор, экшели на одну будет, отлично, Тихо ли даст? Тихо даст, ну только поздновато. Но ДДшки забрали сейчас красные, смотри, Фир и Тихо с ДДшками, они пытаются вывозить флажочек. Экшуали респается, Дексар респается, попадает Экшуали, молодец, конечно, в этой ситуации, но времени мало, сейчас уже надо вывозить просто конвейером флаги, и это... Маловероятно, ну очень маловероятно. Да, Леги остается на одну, экшели не успели законтролить, Тихо на одну, и в принципе здесь возврат должен произойти, хотя Тихо еще смог уберечься немножко от рельсы, на чуть-чуть задержаться. Есть у нас броня на центре. Итак, у нас красные берут флажочек, пытаются возить, не смогли они довести даже до Дашки. Дексар подбирает Дашку стрим целым. Фир накинет ДДшную, да, молодец, сейчас да будет брать, флаг будет брать на да, Дексар, но... Тиммейты страхуют, хорошо возит Дексар на Легиса Экшуэли. И они имеют шансы сейчас к концу раунда сделать 5-4 в целом.
Да, это 5-4 будет. Можно сделать и 5-5, если Легис сейчас зашел, но респа и все в этом роде. Ну, под конец раунда все-таки расслабились красные. Ну почему? Нельзя так делать. Это очень опасно, 5-4 счет очень шаткий. И у нас до конца раунда совсем мало времени. Да, если у нас Легис залетает он здесь на базу, без нитры будет брать Легис на одну, 7 секунд до конца. Вези, Легис, вези, но ты не успеешь. Дай тебе и сольют. Заканчивается у нас раунд. Да. Мы констатируем победу наггетсов в этом раунде. По счету, в общем, у нас 2-0. И что, получается, вот следующий раунд, он может быть фатальным для Легиса и компании. Если они его проиграют, то мы будем прощаться с нашими зрителями. А В если нет? смысле фатально? Это же, по-моему, и так уже конец. Ну почему у нас счет, как бы карта впереди? То есть 6 раундов в общем. Понимаешь, о чем я? А у нас сейчас третий, и у нас сейчас 2-0. Если вот выиграет, а не четвертый, то это будет 3-0. Тогда нет смысла играть еще 2 раунда, и мы будем как бы констатировать победу наггетсов. Но пока об этом рано говорить, потому что у нас впереди еще очень интересный раунд, тем более карта у нас совсем не зеркальная, и тут нельзя говорить, что в этом раунде так же самое хорошо отыграют наггетсы, бла-бла-бла, нет. Будем ожидать, конечно, хорошую игру и от тех, и от других. Что получим, увидим уже через минуту 37. Но все-таки в конце раунда я считаю, что наггетсы подсели. Подсели и этим самым проиграли. Эти там сколько? Там два флага, наверное, в конце они потеряли. Или один. Но все равно был опасный уже счет. Потому что по ходу раунда они действительно доминировали по карте. Вот только после первого флага, конечно, они включились в игру и прям так активно пошли в атаку. Раз за разом это у них получалось неплохо. И от чего и там счет и стал, по-моему, 4-1, а потом уже начали камбэк какой-то придумывать у нас Винксы, по чуть-чуть, в итоге, да, 5-4 мы получили. И с дропом, ты знаешь, все-таки у синих получается получше. Ну, которые сейчас синие, это у нас наггетсы. Наггетсы получше они его контролировали. Даже чужой дроп они заезжали, успевали взять и как-то разбирались с этим дропом очень грамотно. Это стоит признать, я думаю, коррективом Винкс. Уделите ему внимание сейчас чуть больше. А ДД выпадают поздновато. Экшн сейчас только берет ДД. И тут тоже берут ДД у нас Легис на синем флажочке. Позднее ДД. И еще одна ДД очень поздняя у нас у Доксара. Они, конечно, не успеют взять до начала раунда. Но все же, это будет очень поздний дроп. Получается, у нас игра уже вся пройдет. Там ДАшки, Нитры все попадают. А уже потом, на сладкое, мы получим игру на двойном уроне. А Ветис выходит с карты. Actually, я так понимаю, у нас остается играть. И мы начинаем четвертый раунд. Да, этот раунд, который наконец-то решит, кто тут есть. Кстати, у Дахара уже есть краска. Импульс, кто не заметил, да. Легис у нас на одну летает просто по карте. Сальватор релит. Экшели классно, да. Дахар остается, получается, один на респе. Сальватор здесь может успеть проехать на аптечку. Не делает это. Потому что Фир у него есть сзади. Его тиммейт, который на нитре с броней просто ставит на 25. целом ХП. 25 секунд, да, надо ему для этого. Легис будет брать флажок, контролит ли его кто-то. А есть, отличная Вот инициатива. это Как Сальватор вообще уже тащит, кстати. диагоналочка положил просто сейчас тиммейт Фир. Вообще, ну это неожидаемо даже было, мне кажется, для Эгиса, что оттуда прилетит по нему сейчас. Сальватор пытается дотащить флажочек своего тиммейта, который он пытался тихо на подхвате. Заезжает он уже за стеночку. Надо немножко остановиться. Надо немножко подождать, потому что будут проблемы там с доставкой. И сейчас доставит. Он выбирает момент нужный. 2-0 есть у нас. Сальватор Красные. остается один, Экшли его релит, хорошо, Легис контролит, Экшли тянет, и вот теперь как раз-таки проблема у ребят из этого трио. Но есть у нас Сфир, который за контроль, кстати, хорошо работает корпусом, Как он смог там без проезжает, это проблем, вообще да, типа. проехать там. Есть ДДшка у нас на базе, и, кстати, на рельсах у нас тоже есть Дахары, пытается забрать. 2-0 продолжается. Я вспомнил, где мы смотрели Team Винксов. Мне кажется, это был бой против ребят вот наших. Это Сотников Ваня. Или кто Нет, там это еще не то был? было. Нет, это не тот бой. Не-не-не-не-не. С кем тогда играли наши Там ребята? были Вавилоны. Да, ну да ладно, которых уже нет в нашем турнире.
С кем Ладно, же Экшн нас пытается на Нитре вансить, бодает брать флажок, остается он еще все целый, но правда без Нитры дает ему рельсу, от Фира уклоняется, остается один. Ну, тут Сальватор с Тихоном с рельсов классные рельсы выдают, возвращает флаг Фир и броня есть у нас. Говорит у нас постоянный зритель, что будет смешно, если наггетсы победят, и комментаторы заявят, что стрим был короткий, мы не разыграем ничего. Нет, мы разыграем обязательно, у нас такого не бывает. Ключ нам скинули, мы его сейчас скажем. Сейчас очень интересная атака от синих получается. Они могут увести флажочек, как Шель разбирают. Сальватор вернет флажочек и прям между трупом проезжает. Хорошо, все, Дексара видят, видят, получает он рельсу. А Фир спешит уже, чтобы подхватить флаг, он не может это себе позволить. И какая рельса, так Шель прилетает, это будет все-таки возврат. Прямо этот кодик, где 4 цифры наши? Я не вижу. Куда ты скинул? Игорь. А вот есть. 2197. Сразу идем там в нашу форму розыгрышей. Вписываем эти 4 циферки очаровательные. А мы продолжаем смотреть за боем. Очень интересным. 7 минут до конца раунда. 2-0 в пользу наггетсов. Доксар с флажочком на одну рельсу. Фир даст рельсу с респа? Даст. По нему мажет экшоли. Возврат есть. Тихо заходит на чужой флаг, но тут будет сложно против Легиса отыграть. Но Легис почему он разрядился? Неужели он ожидал, что Тихо так легко отыграет против него? Тихо, конечно, дает под Оксару отлично дальнюю такую рельсу. ДД у синих на базе, они помнят о нем или нет? Они помнят о другом ДД, который у Экшеля. Да, именно так. Фир будет раздавать Экшеле рельсу, отлично. Тихо тянет и Тихо отлично едет. Дает напряжение, получает аптечку как бонус. Ну, его промахнулся Дахар! Легис-то попал. Это было точно обидно. Получается, вертушки-то выдают и парни. Сальватор на ДД не сливает никого. Но нужно хоть экшели слить. Да, есть слив. Остается на одну. Дахар тут еще жив. Но вот сможет залить? Нет, Сальватор убивает. Легис залетает на базу, его убивают сразу. Ты смотри, как ребята разбираются. Есть 3-0, но 6 минут до конца раунда. Что-то красное смотрится. Так, себе. Дексар выходит у нас почему-то с карты. И что, сейчас Аветис должен? Да, Аветис заходит. У нас уже есть замена на карте. Аветис, правда, на Хорнете. Получается, у нас такой немножко тяжеловатый сетап по сравнению с синими. У тех-то два Васпа. А у этих теперь два Хорнета. Причем один из 2009 года выпуска. Итак, Фир пытается вести, он на одну рельсу, по нему выдает Аветис, но есть Сальватор на подхвате, он целенький еще, будет он здесь сейвиться. Аккуратненько, как он отыгрывает там и пытается дальше ехать, Аветиса раздамаживают, убивают Леги сзади. Фир тоже страхует, и все отлично, смотри, они вывозят, это будет 4-0, как они легко это делают. Даже без дропа, сейчас не было на карте абсолютно никакого дропа вообще. Ну это просто... Не знаю, как это еще можно охарактеризовать. Но ребята синей команды действительно очень хорошо играют. А красные смотрятся, ну, не то чтобы плохо и как-то беззащитно. Они тоже дают прострелы хорошие. Играют, да, но синие лучше. Определенно. 294 зрителя даже у нас сейчас показывает счетчик. Что-то у нас YouTube шалит сегодня. Шалунишка. Да, 4-0 на карте, и это не может не радовать, наверное, поклонников наггетсов. Ну, а мы видим, как Винкс пока страдает, хоть я видел на карте, ничего не меняется. Тихо, хорошо на дэшке будет контролить, может, я видел, даже сольет через прострел. Нужно только выждать. Тихо, отлично заезжает на флажок, будет его брать. Экшели здесь есть у нас. Прострел через ящики пытается выполнять он. Нет, не получается, но Аветис все выжидает долго. Не знаю, по уму, что это ему. Нет, его сливает. Кстати, Фира сливают. Есть экшели, выдает релису. Тихо на одну. Но это реса от Легиса. В принципе, тихо. Может еще и, кстати, может потерять флаг. Нет, промахнулся экшели. Промахнулся экшели, да. Возврата не будет. Аветис Дашкой. Аветис еще может жить. Он одну рельсу выдержит сейчас от Фира. Одну от Сильватора и может засейвиться. Отлично, еще пытался сбить. Как красиво на Фир. Как он это сделал? Я не знаю. Он так вернулся в рельсу. Да, и у нас есть размен. Не часто мы видим размены все-таки и в трио, да и вообще в таких вот боях на маленьких картах. Но все же он есть. И тихо сейчас в опасной ситуации. Он все-таки смог засейвиться там за вот этим вот трупом от Титана Жиги. Как она сюда зашла? Она же форматка, Титана Жига.
Продолжай. Это шутки под вечер, типа Да, такие да, да. подгоняют, наяривают тебя. Да, когда уже тут Да, 4-0. экшен у нас остается, получается, на фулах. Кстати, возврат должен произойти. Все-таки, да, ребята довезли первый флаг. Ну, давайте похлопаем им. 4-1. Берут второй флаг. А Витя сливается, тихо его доливает. Хир у нас есть. Тихо, леди по ей сам. Ну, тут, возможно, и возврат не получится. Точнее, увоз получится. Ли, сейчас увидим. Сейчас увидим, да, секундочку. Итак, получится ли, не знаю, фир с флажочками я вижу, пытается он его оттащить. Опасности никакой не видит перед собой. Да, Верес по нему заряжает на фир, это увидел, он остановился, придержал корпус и будет ставить. Экшель не успел по нему выдать. 5-1. Сальватор сразу на подхвате конвейера, Легис с ДД, он с респа отправляет обратно. Наш оператор говорит о том, что это финишируем мы. Я напомню, что ключик у нас 2197, 2197, 219-7. Пишите в там, где надо, вы там знаете лучше, даже где я, где надо. В ежедневнике напишите. Ну, счет, конечно, до печати. 7-1, это все, это разгром опять у нас. Это не то. Ну, хотя игра, Да. ну, в общем-то, очень интересная. В общем-то, это, ну, прям такое реальное Но сражение. знаешь, возможно, они вернутся с нижней сетки и там покидают им немножко рельс, когда ребят научатся играть. Ну, возможно, не будем обвинять игроков. Ну, так вышло, да. Что ж поделать? Ну, так. Главное, что, например, Дахар у нас выиграл тандем, и это не может нас не радовать. Вчера буквально мы это смотрели, поэтому те, кто пропустили матч, обязательно зацените его на нашем канале. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайки, ведь за каждый второй лайк вы получаете хорошее настроение. Обязательно, да, она сейчас смотрит, ну, по статистике Ютуба почти 800 человек уже, ты представляешь себе? Так, Сальватор у нас на одну рису пытается доставить этот флажочек, но счет уже неприлично огромный. После 9 вечера, 18+. Такое отчаянное немецкое прям, да? Но все-таки Винксы, да, у нас тут наггетсы. Как? Слушай, все-таки у нас все многозначно, красноречиво получается. 8-1, то счет, 30 секунд до конца раунда. Смогут ли камбэкнуть нас красные? Нет. Ответ наш. 8-1. У нас тут даже оператор же подключается к комментированию боя, мы его заслушиваемся порой. Пишут спасибо, Легис и компания. Ну что ж, они отличный бой провели, они хорошо играли, но синие были лучше. Ну, это, действительно, это факт, да. То есть они в первом раунде показывали, как они умеют играть. Во втором вообще слили, да, там с неприличным огромным счетом. В третьем тоже неплохо отыгрывали. Вроде счет был 5-4, был близок камбэк. Все равно они проиграли. Тут вообще 8-1. Ну, вот так как-то. Что, собственно, тут еще сказать? 3-0 в пользу наггетов. Мы поздравляем с проходом в полуфинал верхней сетки. Ну, а Винсы еще упадут вниз. Они смогут там попытаться свое счастье. Да, мы поздравляем их с победой. Наггетс у нас проходит дальше по таблице. Это уже полуфинал у них будут. Мы, конечно, один из полуфиналов, я думаю, покажем в ближайшее время. Ну а тем, кто упал вниз, как Дима говорит, хорошего продвижения по сетке нижней. Сейчас.